тряпкой домывает. Вот, подожди, отойди-ка, посмотрим, в каком состоянии. Охренеть. Ну, вот это же тряпка. Да, да, та же тряпка. Та же тряпка, вот она. С той стороны, видишь? Офигеть. Это же одной же тряпкой же еще. А вот как налил воду, да? Да, да. Ну то у тебя там видео как замочил, как замочил, да? Нет, не прерывалось. Нет, ну уж второй же видео, посмотри. Ага. Вот здесь обычно вот бензин, да, заправляем. Вот грязь. Офигеть. И пошли. И все равно наполнилось грязь. Что? Да что это такое было? Ага, это называется советский автомобиль. Это советский автомобиль называется, да? Да. Ну я так быстро только. Ну, вот а если же... бы была обычная тряпка, сколько уже надо было раз намочить и выжить надо было? Да? А тут с одной тряпкой полностью всю машину промыл. Ну теперь вот надо вымыть тряпку. Тряпку только в ванной, с хозяйственным мылом. Мы же... Нет, ну да, мы... А, ну да. Мы же испытываем просто тряпку. Хватает ли пол-литра воды, чтобы помыть всю полностью машину? Снимаю видео, как ты споласкиваешь тряпку. Вся грязь в ведре осталась. Да, вот сейчас я споласкиваю тряпку. Сколько воды? Бутылка воды. Полтора. Это не полтора, это поменьше. Литровая она. Где литровая? Она полтора. Да? Что-то вот. Маленькая какая-то. Ну ладно. Вот же короче, споласкиваешь воду полторушкой воды. Ну вот это грязная тряпка. Это грязная тряпка, которую ты помыл Ниву. Да. Вся грязь осталась в ведре. Тут так? Воды да, споласкивать надо было побольше, наверное. Ну ладно, хотя бы так. Конечно, сполоснуть. Ну надо было лучше сполоснуть, конечно. Чё? Конечно. Чё воду жалеть, чё уж мы. Я не знаю, ты же сказал, что у тебя ещё воды.